Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. Продолжаем рубрику «Идеальный маршрут», в которой я вам рассказываю, как на различных картах, на различных респах играть с того или иного фланга. В этот раз у нас карта «Рудники», довольно-таки сложная карта для стабильного высокого результата. Но все-таки на этой карте существует по целому одному варианту идеального разъезда с каждого респа. В этот раз мы рассмотрим верхний респаун. А именно мы будем разыгрывать первую линию, так называемые острова. В начале боя я поехал на центр. Без артиллерии решил от скилла поиграть на центре. Но большой натиск врагов дал мне понять, что там я ничего им противопоставить сам не могу. Поэтому решаю поехать по старой доброй тактике, которая никогда не подводит меня. Это тактика раша первой линии по островам. В моем случае я не сразу поехал на первую линию, но если вы едете на первую линию с самого начала, то вот вам я показываю, какое место нужно занимать. А именно этот куст возле этого камешка. Вы просветите всю перекатку врага, а также будете иметь под рукой сейв. И можете спокойно стрелять и ни о чем не беспокоиться. В моем случае союзники первое действие уже выполнили без меня. А именно подсвет и отстрел перекатки. Был поджат один ЛТТП, и когда он отвлекся, я поехал вперед. Сначала нужно заехать за него и доехать до своего укрытия, а потом уже разбираться с врагом. Попутно вам нужно отработать свою реакцию и умудриться не только смотреть, куда вы едете, но и стрелять по врагу хотя бы на автоприцеле. После того, как вы добрались до первого укрытия и разобрались со всеми упорантами, которые здесь были, сразу вам бонус. Первый халявный прострел. В первое окошечко на центр. Назовем его так. Бортиком стоят тяжики на центре и перестреливаются, как обычно, со своими оппонентами, глядя вперед. А вы спокойненько им накидываете в борт. Вот в чем преимущество этой позиции. В том, что вы можете бесплатно разбирать весь центр, отвлекать на себя врагов, подсвечивать соперников, которые на вас упаруются. И с левой стороны, как в моем случае, стоит СТ-шка и ПТ-шка, которые вас будут прикрывать. Теперь несколько советов. Совет первый. Как нужно выезжать и стрелять по центру? Вам нужно сначала ехать, как вы обычно едете, нажимаете W. А перед тем, как вы уже будете выглядывать из-за рельефа, небольшое расстояние вам нужно проехать на первой скорости. Для этого нажимаете один раз буковку R английскую, и вы на первой скорости потихоньку выползете из-за рельефика и будете почти полностью сведены. Благодаря этому вы сможете произвести быстрый выстрел и сразу поехать назад. Это действие нужно отработать много раз, и тогда оно будет происходить на автомате, как у меня. Это не даст вам 100% сведения, но это даст вам максимально сейвовый выстрел и сохранение своего хп, что наиболее важно на таких агрессивных позициях. Если вы выйдете и начнете сводиться, вам настреляют в вашу каску кучу дырочек. Следующий совет от первой позиции, с которой вы светили перекатку возле камня, когда нужно ехать вперед. Тогда, когда враги не подсвечивают вас, они либо отвлечены, либо чем-то заняты. В моем случае ЛТТБ отвлекся и поехал куда-то левее. Пока он там куда-то отвлекался, я успел почти доехать до сейва. Если бы меня светили заранее, я бы не доехал бы даже до середины. Сейчас вы видите на своих экранах удобные камни с кустом, от которых хорошо отсвечиваться, стрелять, прятаться сразу же за камнем. И тут же вам показываю, куда нужно смотреть и куда целиться. В моем случае враги так сильно хотели меня любой ценой убить, что у меня не было возможности воспользоваться данными камешками с кустиком. А враги заплатили хорошую цену за мою смерть. Они не то что меня не убили, они еще и бой проиграли. И еще напоследок, если вы с начальной позиции, откуда делали просвет, чувствуете, что врагов очень много и вы их не потянете, вы в любой момент можете развернуться и уехать на свою базу, а оттуда на центр, либо в деревню. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!